Хей, ОГС, с вами Шмаки, мы продолжаем проводить игру под названием Аладдин, и это у нас побег. Если верить мультфильму, то мы, по идее, должны сейчас на ковре-самолете улетать отсюда. Еее. Я просто падаю. Какого черта? Как будто я виноват, что я падаю. А заметьте, там есть платформа невидимая. Я говорю, в английской версии я сразу отсюда уже начал на самолете фигарить. Я от этих вообще миссий не помню. А, кто мне нужно было знать? А может мне в эту яму нужно было идти? Ладно, думал, может как-то можно забайтить. Понимаю. Понимаю. Ну чё за бред? Я ж допрыгиваю. Ладно. Вот видите там типа квадратики? Это платформа, скорее всего, которая меня убивает. И типа её там так... сделали, можно сказать. Я понял, до свидания. Подстава. Куда там это? Ну вы сами видите, сколько здесь подстав. Да уж. В то время было опасно вообще в игры играть. В основном для своей же психики. Level complete. Не, ребят, если что, мы сейчас этот следующий уровень вместе с этими сыграем, то что очень коротко вышло. Ковер, самолет. Понимаете, эта херня в том, что я не могу собирать вот эти предметы, которые здесь находятся. Или это яблоки. Но anyway, лава меня все равно не трогает.
яблоки только половинчатые. Да ладно. Ух. А мне никто не сказал. Ну ладно. Вау. Но снова же. Слишком быстро. Понимаете, херня в том, что здесь уже идет на запоминание. Я мог знать. Nice. И самого заново. Ладно. Окей. Признаю. Признаю свою ошибку. Ну понимаете, тут запомнить это очень много надо. Я все яблоки просрал. И вот как раз это те яблоки, о которых я и говорил. Вначале можно все пособирать, а потом лучше. Бля, я глаз почухал. Как же все быстро. Понимаете, тут очень быстро начинается.
Очень быстро начинается. Ох, что самолет. Все равно. Когда до выхода оставалось считанные минуты, грот пещеры чудес неожиданно обрушился, заточив Аладдина и Абу. Аладдин стал внимательно изучать свою добычу и внезапно очутился в странном мире, внутри лампы. А это мы продолжим в следующей серии, поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!